Вопрос, который долго все ждали. Что такое успех? Да ну ладно вам, я же уже это 10 раз повторяла. Я считаю, что успех и счастье неотделимы. Многие разделяют. То есть считают, успех – это деньги, должность, слава и власть. А счастье – это любовь. Так вот, я соединяю любовь с зарабатыванием денег. Ну и дальше вытекает, может быть, даже известность, может быть, даже слава. По поводу власти побывало неинтересно. Поэтому для меня успех равно счастью. Делай то, что тебе в кайф. Делай это так профессионально, чтобы тебе платили деньги, для того, чтобы свободно делать то, что тебе в кайф.